Всем привет! Меня зовут Илья, и вы на канале Я Бородач. Сейчас за окном прекрасная пора. На улице плюс 30, я обожаю такую погоду. Поют птички, печет солнце, никаких намеков на дожди. Школьники тусуются огромными компашками вокруг вкусной точки, а это значит, что настало лето. Многие спланировали или собираются планировать свой отдых в других странах, или же на просторах нашей необъятной родины. И сегодня мы с вами поговорим, что же нужно взять мужику в его косметичку. Ну или же просто, что нужно взять с собой в отпуск, помимо стандартной пары носков и трусов, чтобы всегда быть на высоте. Каждые сборы в отпуск у мужчин вызывают некое отвращение. Неохота ничего собирать, и мы постоянно это откладываем и начинаем собираться за 1-2 часа до приезда такси. В то время, пока наша вторая половинка пытается удобрить все самое необходимое из нашей квартиры в очень маленький чемодан. Вы тихо, спокойно берете и поштучно складываете свои вещи, а мыльно-брильные принадлежности аккуратно упаковываете в целлофановый пакетик. Целлофановый пакетик – это, конечно, круто, но все же не стоит так делать. У мужчин есть своя мужская косметичка. Да-да, не удивляйтесь, у мужчин тоже такие имеются, и называется она Necessaire. Это мужской органайзер, в который влезет все, что вам нужно. Он выглядит не вычурно, а достаточно строго. Некоторые бренды мужской косметики имеют линейки дорожных наборов, и это офигенно, не придется тратить время на сборку. Да и выбрать можно под свой тип кожи и волос. Но у тебя может быть сотни причин, чтобы не покупать набор целиком. Есть необходимые средства дома, ты пользуешься косметикой разных производителей или банально хочешь сэкономить. Итак, перейдем к главному. Что нужно брать с собой в дорогу? Доставай листочек и ручку, будешь записывать. Хотя не парься, мы оставим этот список в комментариях под этим роликом. Так что не забывай подписаться и поставить колокольчик, лайк, потому что это очень-очень важно. Ровно так же, как и сборы в отпуск. Первое. Шампуни и гели. Не забывай, что шампунь твоей второй половинки не подходит для тебя. Мы уже разбирали тему выбора шампуня, можешь перейти по подсказке справа вверху и посмотреть об этом подробнее. Также подчеркну, не стоит надеяться на шампуни и гели в отелях. Как правило, они не очень качественные и больше подходят для женских волос и тела. Лайфхак. Если вы едете на 1-2 недели, то можно купить маленькие пустые тюбики в любом косметическом магазине и перелить туда гель или шампунь. Это будет экономить место. Также помни, что перелет на самолете возможен с жидкостью не более 100 мл, и в этом случае эти флаконы будут must-have необходимы. Также не забывай, что шампуни есть в твердом формате, они выглядят как мыло, но очень здорово очищают голову. Второе. Дезодоранты. Лучше всего выбирать шариковые. Незаменимый помощник в борьбе с неприятными запахами. Он должен быть с тобой всегда и везде, тем более в путешествии. Третье. Бритвенный станок и сменные лезвия, если вы любите всегда быть гладко выбритым. И не забывайте пену, вы же не будете все делать на сухую. Четвертое. Маникюрный набор. Не забывайте, что на отдыхе тоже нужно следить за своими руками. Ногтегрызка – must have. Пятое. Мини-аптечку. Да-да, на всякий случай закиньте комплект минимум. Пластырь, йод, активированный уголь, таблетку от головы. Скорее всего, ваша вторая половинка засунула в чемодан всю аптеку, которая находится неподалеку от дома. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Шестое. Туалетная вода. Как без нее? От мужика должно хорошо пахнуть. Мы же на отдыхе. Если у вас есть любимый запах, но брать с собой массивный флакон не вариант, то можно приобрести атомайзер. Седьмое. Укладочные средства для волос. Возьмите свое любимое, но не забывайте про то место, куда вы едете отдыхать. В горах и на море очень высокая влажность, так что лучше брать средства с матовым эффектом. Восьмое. Средства для бороды. Не забывайте про то, что на отдыхе всегда открытое солнце, которое сушит кожу и волосы, так что для бородатых must-have – это бальзамы или масла. А если вы профессиональный усач, то не забывайте про воск для усов. Девятое. Средства для полости рта. Зубная щетка, паста, зубная нить, освежитель для полости рта. Десятое. Средства для лица и для загара. Мы все достаточно уверены в себе, но не стоит пренебрегать средствами до и после загара. Вы же не хотите быть как он? Да ладно, сейчас все нормально будет. Да, все мы обжигались с этим. Крема до и после загара, а также простое средство для увлажнения вашей кожи сделает отдых более приятным. Итак, подведем краткий итог. Шампунь и гель, обязательно мужские, дезодорант, бритвенный станок и лезвие, про пену тоже не забываем, маникюрный набор, хватит ногтегрызки, мини-аптечку, туалетная вода, укладочное средство для волос, бальзам или масло для бороды, зубная щетка, паста, нить и освежитель воздуха. Освежитель воздуха, парни. Освежитель воздуха, зубная щетка, паста, нить и освежитель полости рта, крем для лица и для загара. Фух, вроде все. Мне кажется, что мы ничего не забыли. Конечно, сложно составить полный список того, что нужно взять с собой. Но теперь я уверен, что ты ничего не забудешь. Надеюсь, твой целлофановый пакет выдержит натиск всего, что ты в него отправил. А с вами был Илья на канале Я Бородач. До новых встреч! Стоп. Совсем забыл.
Напишите, что вы берете с собой в отпуск. Думаю, многие смогут взять себе это на вооружение. А также не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк, нажать колокольчик, все в этом духе, ну ты понял. А еще не забывай, что у нас есть большая сеть барбершопов, в которой ты всегда можешь купить косметику для себя, а барберы абсолютно бесплатно проконсультируют тебя по каждому из продуктов. А вот теперь пока.